Всем привет, это Айс, а это серия роликов игрушки Вов. Сегодня я расскажу вам, как получить ружье с тыквенной краской. Для получения данного предмета необходимо выполнить цепочку квестов, а начинается все именно здесь, в долине четырех ветров, где мы встречаем героев Ченя и Лили. Взяв квест, мы вместе с ними должны добраться до таверны, после чего мы должны будем помочь местным фермерам, вплоть до убийства крупного белого ястреба. После того, как мы сдадим квест на убийство этого самого ястреба, цепочка с Ченем и Лили вновь станет активной. Взяв квест, мы должны сопроводить наших героев до следующей фермы. И сразу как мы это сделаем, Лили даст нам квест на то самое ружье. Ну а в квесте все просто, собираем цветочки и кровь. Сдаем квест, и предмет получен. Теперь вы можете швыряться в союзников оранжевой краской. Если ролик понравился или был как-то полезен, ставьте лайк, еще лучше оставляйте комментарии. Ну а будет совсем классно, если подпишетесь на канал, впереди много всего интересного нас ждет. Спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!